Капитальный ремонт автодороги по улице Черемных в Новотроицке в самом разгаре. Подрядная организация «Победитель электронных торгов» приступила к работе в начале апреля 2023 года. Согласно контракту, специалисты должны произвести демонтаж разрушенных бордюров с установкой новых, срезку верхнего слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования, замену люков ливневых колодцев, устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонной смеси, а также нанести горизонтальную дорожную разметку. Протяженность дороги от улицы Губиной до улицы Лысова составляет 1200 метров. Стоимость всех работ – около 40 миллионов рублей. В настоящее время основная часть работ уже выполнена. На большей части дороги уложен выравнивающий слой асфальта. Напомним, гарантийный срок, в течение которого мэрия может предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, составляет для дорожного покрытия 5 лет, для разметки – 1 год.